Женя, Жень, а когда минировали? В том году или позапрошлом? Что делали? Море минировали. В прошлом году. Позапрошлом, да? Вот, позапрошлом году. Минировали. Зачем было это делать? Только идешь осторожно, то проникай, ходишь по муляке. Вот, осторожно, ходишь. Если наступишь, немножко переживаешь, когда что-то наступит, даже на камень. А раз вода чистая была, я иду, костюмишь. Вот, а вода чистая. Смотрю, круг. Вот такой. Ну, роковой. Вон роковой, видишь? Ну, я думаю, все, пролетели. Приехали, ага. Вот. Когда ногой раз потронул, она поднимается легко. Когда ногой раз поднимает, раколомка. Она черная. А сетка стояла, зацепилась за меня. Вот. И он же хотел натянуть. Ну, она слабину дала, зацепилась там. Якоря пошли немножко, и то самое, она запуталась. И он же взял якорь, продвинулся до якоря и начал натягивать, чтобы натянуть, чтобы нормально стояло, ровно. И она тут рванула. Хорошо, что она вверх, вот это, что она ровно стоит, вот, ну, в своем ящике. И ударила прямо вверх. Вот, а расстояние там метров 20-30 где-то от минуты. Вот, ну то уж на берег выскочил, сигарет 5 подряд скурил. Ну, бычок еще остался, будет бычок, и тренаж будет. Бычок всегда будет, если его варежки не вылавливать. Вот, сюда, чтобы кралами не пускали, чтобы понад берегом. Говорят, что осторожно такое. Ну а как? Ну как людям выживать? Ну, что это самое? Что? Камера золота? Обезьяны, переводишь пленку.